Из помещения магазина «Райда», расположенного в городе Сухум по улице Ардзинба, в ночь на 11 января злоумышленникам были похищены спиртные напитки и закуска к ним, то есть продукты питания. Преступник проник в магазин, отжав входную пластиковую дверь, но, судя по всему, он никак не предполагал, что будет задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Управления внутренних дел по городу Сухум, фактически на месте преступления. Похищенная у Эдуарда Владимировича Воуба, 69-го года рождения, жителя города Сухум, было изъято.